Здравствуйте! С вами любимая компания «Электромотор» и хотим представить вам новинку – электрический водонагреватель проточный от торговой марки «Атлантик». Модель называется «Ivory EV202», рассчитана на 5,5 кВт мощности. СБ означает, что здесь есть еще такая вот стоечка к душу. Итак, давайте посмотрим распаковочку данной модельки, что у нас есть в коробочке. Значит, здесь у нас расположена сразу сама водонагреватель проточный. Здесь очень удобно регулировать мощность его, то есть вы можете задать меньше горячую водичку, больше горячую водичку. Давайте откроем и посмотрим, как это все выглядит. Вот сам наш проточный водонагреватель. Очень легко и плавно регулируется с дистенна. То есть если он включен, то здесь отключено, показывается, на минимальную мощность. И потихонечку вы всегда плавно можете отрегулировать нагрев вашей воды от меньшей до более горячей. Давайте посмотрим сзади. Сзади у нас расположены здесь необходимые крепления для настена. Крышка. Сам изготовление – это эмалированный пластик Подключение находится у нас внизу, такая прорезиненная пластмасса. Здесь указано о том, где вход горячей воды, где вход холодный, а где выход горячий. По бокам вот у нас здесь защитное крепление. Так, к этому водонагревателю идет необходимые комплектующие, которые уже есть Итак, сама душевая. Посмотрите внимательно, здесь имеет она 5 режимов, вы можете задать 5 режимов для себя, варианты, какие вы хотите, либо вода прямо, либо вот так вот развеянная, либо только с двух сторон, либо вот видите, все показано у вас здесь, и режимы все это регулируются. Затем идет 1,5 метра сам кран душевой, который подключается, вот он подключается вот здесь. И внизу подключается к самому устройству. Затем это, чтобы наш шланг, если необходимо, повесить на место, либо же вы хотите сверху, необходимые шурупчики также. Так, клапан. Также есть здесь у нас и гарантия, и необходимая инструкция по работе с данным водонагревателем. Этот бренд у нас Франция, который зарекомендовал себя Атлантик, но сборка идет в Малайзии. Гарантия 24 месяца на данную продукцию. Мощность ее идет, есть 7,7 кВт, есть также на 10 кВт. Данная моделька у нас рассчитана на 7 кВт, то есть вы сможете и принять душ, и использовать ее для того, чтобы промыть проточник, потому что данный проточник, он работает только тогда, когда вы открываете кран. Не тогда, как бойлер все время нагревает ее постоянно. Это очень удобно. Это популярная моделька.